маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят, и папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да, не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка заснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку бегом, в Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают, ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались немного, ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду, ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вон акула, каракула, распахнула злую пасть. Вы к акуле, каракуле, не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула нипочем, нипочем. Мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом. Мы акулу-каракулу кулаком, кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делам тебе, акула, по делам. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо, замечательное. Не стерпел такой обиды бегемот, убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, 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 выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да, очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает. Он страшное слово кричит: «Карабас, Карабас, пообедаю сейчас!» Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют: «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти ты поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем и по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Но ответил людоед: «Нет». И сказала Таня Ване: «Посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит».
Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей». Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит: «Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!» А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за Нила горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, 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 рада детвора заплясала, заиграла у костра. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей: «О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня, о, я буду добрей». Пожалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: «Если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград». Крокодил головою кивает и широкую пасть раззевает. И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, а лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку.